не было. Вот, мы приехал полдевятого или восемь. В прошлый раз он вместо охраны был. Хорошо. Вот две ставки надо. В прошлый раз 30-го жители не пустили. Сказали, неприемный день. Хотя у нас каждый вторник заседание как бы старост деревень. Вот меня как старосту Рождественно не пустили 30-го числа. Вот у нас заявление в полицию написано от шестерых жителей, так как приехали представители ТОС Жуковки-1, ТОС Усово-Тупик, их также не пустили. Как нам решать наши вопросы, мы вот не знаем. У нас подготовлены письма, День Победы близится, наши памятники немытые, не крашеные пока. Как решить эту проблему, мы не знаем. Поэтому нам надо попасть как-то в администрацию. Ну, господин Потапчук однажды решил проблему покраски памятников, насколько я знаю. За сколько? 16 миллионов. За 16 миллионов рублей несколько таджиков покрасили памятник. Они не красили. Ты делал, что никто ничего не делал. А, вообще ничего не делал? Да. Ну, это наглёшь. Так, а самое-то... Денис! У нас есть подозрение, что здесь как минимум половина контрактов просто не выполняется, а деньги обналичиваются. Поэтому они здесь окопались, когда мы заикнулись о ревизии, а как раз самое время ее делать, в момент передачи полномочий и переходного периода, ну, нормальный человек, нормальный, адекватный руководитель, первым делом вызывает экспертную комиссию по оценке хищения денежных средств. По не оценке, а либо оно... Все, полиция с нами. Либо отсутствует. Да. Открываем. На работу. Кто спрашивает? Стражение 26-го листа. Вы не пускаете голову, в чем дело? Вот новый голова. Вы на работу пришли, открывайте дверь. Открывайте дверь, вам говорят. Стоп, вот это покажу. Сайко Владимир Алексеевич. Он и ночью дежурил. Володя, ты же ночью дежурил, открывай. Сейчас взламывать будем, сейчас вызовем. А есть еще какой-нибудь ход? Я залезу через второй этаж. Нет. Одно открыто будет. Нет. Я открою изнутри. Нет. Ну что, безвестные лица забаррикадировались. Да. Кто там пришел? Правильно? Забаррикадировалось начальство. Бывшее. Адекватный человек. 26-го. Адекватно, открывайте дверь тогда. Чего вы там рассматриваете? Сейчас будет заявление в полицию написано. На вас именно. Именно на вас, да. Не пускайте. Вы сначала договорчик свой покажите на обслуживание этого здания. Володя, не глупи. Открывай, ты русский мужик. Тут просто спокойный разговор. Никаких эксцессов. Че, может, мою снимете, Евгений? Мое муж распоряжение тоже снимете. Вы его видели. Открывайте дверь. Дверь открывайте. Да. Происходит абсолютное беззаконие, препятствие законному исполнению. Да. Причем присутствие полиции. Да. Полное игнорирование. Как минимум 5 сотрудников администрации не могут попасть на свои рабочие места. А страдают люди. Вот. Поэтому мы не уйдем отсюда. Нет, я предлагаю все-таки перекрыть доступ к продуктам. И все. Ну, попросить, чтобы лавка закрылась. Вода, еда, они сами выйдут. Блокаду. Блокаду. Что-то сейчас за палатками подбиваем компьютер. Нет, вот машины есть, автомобили. Мы будем дежурить, пока он... Пока мы заснем, то есть на утро. Дай, Александр, Андрей, дай, Александр, вопрос нет.
Вот это первое распоряжение, назначение Синкова. Это чего, что ли? Ну и что? Вам пока вы шило намыл, не надо мне вот эту вот ерунду показывать, ладно? Открывайте дверь. Не открывай. Сейчас Миша подойдет, воткнул, по-моему. Сейчас скоро сюда подъедет депутат Госдумы. Они не имеют права его не пускать. О, господин Ионин, мы вас приветствуем горячо. Горячо приветствуем местного жителя. Господин Ионин, может, вы откроете дверь? Приветствую. Главу не пускают голову. Ну, я не знаю, как тут это сам. Давай, лестницу вам, какую-нибудь, да? Эту времянку. Да, вот я и говорю. Ну, я тоже на ВИП попаду. А? Игорь Иванович вызывай. Игорь Иванович надо проводить людей, и выводит. А вот представитель Игорь Ивановича. Игнорирует даже полицию. Ну. Не, ну надо. Боится ревизии Потапчук. Чего садится писать? Ну, сначала да, фиксирую. Уничтожает черную бухгалтерию, как писать. Сказали. Ест. Ест, да? А вот почему он не питается, да, в соседней лавке. Ест бухгалтерию. Очень трудно человеку от кормушки просто так оторваться. Ну, вы сами понимаете. Жалко. Но я его уговариваю. Это не Нет, здесь не совсем в трудности-то дело. Не только трудно оторвать. Он же понимает, что здесь ответственность наступит очень быстро. Ну, он как насосавшийся клещ. Вот. Его все равно надо вытаскивать. Они сами не отваливаются. Да, да, это точно. Причем с бензинчиком. Да. Или ждем 10 часов, приемный день сегодня. Да. Администрации. Это ужасно.